Всем доброе утро, привет. Мы сегодня с Таней, мы ее красиво сделали. Да. Таня, у нее был длинный спасибо, голос. Оксан, кстати, смотрите, золотые. Сколько волос, это все ее. Как с коровой. Вся шерсть моя. Да, и все, едем домой. Вся шерсть моя. А приходовали с моими клиенточками, и она вместе с нами. Чего ты забрала все? Ой, ну красота! Красоту ничего красота, не испортит. Страшная сила. Как говорится. Так, все. Очки. Очки забирай, а то все. Ой, ну все, ну все. Ну прям вообще. Сейчас сфоткаем, сфоткаемся. Давай, выходи, закрой. Сейчас домой кушать пойдем. Вам учать никак не знам кто. О, какая страсть. Чё? Мама? Оксан, подожди, телефон не взяла. Здрасте, Маруся. Я ж Маруся. Забирай. Я ж тот раз у Таньки заставила телефон. А то потом в гости. Мы возвращались. Куда вот, там? В снег. Куда? Где? Чё-то как, мы у Татьяны были. Я телефон. А, прям туда, в Альмуниакар к ней? Да, у Клави домой проехал. Я помню, но возвращаюсь. А как? А, вы на машине с ней, да? Танюшенька, лохушка, забыл телефон. Ой. А дождь был. Ой, говорит, ой, ну что делать, поехали. Что, красота неописуемая. Погода хорошая сегодня, да? Тепло уже. Да, у нас весна, кстати, в России сегодня первый день весны. А у нас как бы 21. Чувствуешь, как пахнут апельсины? Да. Вообще так прям запах, как жасмин, ну, что ли. Там народ сидит. А, да, на террасе, кстати. На террасе. Сейчас спагетти с тушенкой вчера купила. Захотелось макарон с тушенкой, представляешь? Ну вот, а я вчера тоже спагетти отварила. Ностальгия. Гуляш говяжий. О, тоже вкусно. И красотища, прям морковка, сейчас. Лучок, перчик, ну, все приправки. И все с подливочкой. И зашибись. И зашибись. Вот сейчас будем доедать. Ну. И все. У меня кроме помидор ничего нет, надо тоже ехать покупать. Мои клиенточки сидят. Ойна. Мои клиенточки. Ну давай. Будем фотошоп устраивать. Фотокол. Кул, или как там он называется. Домой приехала. Представляете, у меня нет ни макарон, ни спагетти. Офигеть. Пришлось вот эти вот рожки они, да, заварить. А, офигеть, я даже не знала об этом. Так как мы редко едим пасту. Надо ехать в Меркадона за покупками. Надо разобрать тут посуду. Уже не успела эту разобрать, уже новая собралась. Там еще такой бесконечный край. Не успеешь одну разобрать, вторая уже на подходе. Как это такое бывает? Сейчас мы макарошки сделаю, посмотрю, что там за... Кстати, давайте сейчас посмотрим, что там за тушенка. В общем, не ахти, по-моему, как фарш, знаете. Я люблю кусками, чтобы было на вкус, не знаю. В общем, не очень. Тушенка, конечно. Это вообще какой-то кусок непонятный. Что это такое вообще? Не желе, а что это такое за кусок? В общем, херня на постном масле. Другую какую-то брала, но я уже не помню. Была очень хорошая эта фигня. Так что, ну ладно. На один раз можно и такую. Что теперь делать? Не умираешь? Будем такую кушать. Сейчас помидорчик порежу, типа салата с луком. И будет так вкусно. Там барашки травку жрут. Здесь Чарли травку жрет. Мы идем на пляж. Что-то у нас... Как-то это, как это называется-то, господи. Ну что? Ну что, солнца нету, как это называется-то? Ой, мамочки, ну короче, солнца нет, спряталась за тучи. Облачно, во. Облачно с прояснениями. Нет, там Чарли конкретно подсел на травку. А мы идем на пляж, слышите, как море шумит? Сейчас вот полезем вот тут. Вот ведь, а.
пускай ест. Здесь машины не ездят, никакие химикаты не обрабатывают траву, поэтому пускай ужинает. Я подожду. Сейчас пойдем на море посмотрим. А там у нас, вот смотрите, овечки. Далеко. Козы, скорее всего, даже. Видите? Все как в деревне, все как надо. И не скажешь, что Испания. На берегу моря. Все, поел? Ну, пошли теперь. Полезли через дебри. Далеко, далеко, далеко пасутся ком. Солнце спряталось и прям попрохладнее стало. Я, кстати, сегодня очень даже неплохо поработала. Очень неплохо. И вечером прям народ шел. Так что я довольна. Сейчас прогуляемся, подышим свежим воздухом морским и поеду в Меркадон. Куплю что-нибудь, продукты какие-нибудь. Если честно, даже не знаю, что покупать, что готовить. Уже бывает, знаете, такой промежуток времени, когда просто надоедает готовить, есть каждый день. Думаешь, чтобы приготовить. И вот я просто уже устала от этого и прям надоела. В таких случаях у меня есть заморозка, конечно, моя же приготовленная еда, но она мне тоже надоела. Так что пока буду гулять, буду перечислять вот так в мозгу всякие разные блюда, и вдруг что-нибудь захочу. Хотя у меня там макарон еще осталось, целая сковородка. Не знаю. Овощи точно надо. Ни одного макарончика, ни одного салатного листа нету. Это даже не обсуждается. Это нужно. Йогуртов в прошлый раз выбросила. Вы не представляете. Ужас сколько. Я говорю мужу, ты что не жрешь йогурт? Я ж тебе их покупаю. Я думала, они просроченные. Пока он думал, что они просроченные, они действительно просрочились. А он, знаете, какой, даже если день просрочится, то все, он не кушает. Я такой и поем. Нет, по барабану, я ем йогурт, пока они не вздуются. Но я их не люблю. То есть я не то, что их ем. Я раньше бисквиты пекла из йогурта. А сейчас мы их не едим. Нет, мы их едим, но они, не надо их есть. Поэтому я их и не пеку. И все пришлось выбросить. Это пипец, там, не знаю, упаковок не знаю сколько, 3, наверное. Все, вы знаете, жалко выбросить, а потом взяла и выбросила. Ну а что, не стоят их есть, никто не будет. И вот думаю, сейчас опять, что ли, ему купить. Видите, солнца нету. Ой, блин, пахнет вкусно вообще. И море такое темное стало прям. Волны какие-то непонятные. В общем, ладно, буду перечислять блюда. Может быть, что-нибудь придумаю. Море, море. Пахнет вкусно. Вот все мои покупочки. Сейчас вам расскажу. Отсюда начнем. Шоколадка мужу. 2 даже штуки. Салат. Вот такой беру. Делакас. А там все есть. В общем, просто, ну, можно лук добавить. И масло оливковое. Ну, или какую заправку хотите. Вот такие крекеры взяла. С чаем иногда можно погрызть. Кефир. С манго вкусненький. Чернослив. Без косточек. Тунец. В масле для салата. Трин-трин. Сметана. Такая вот настоящая. Фета для салата тоже. Сыр. Никогда не брала. Ну, сейчас сегодня увидела. Думаю, дай попробую. Вот такие бургеры из лосося и мерлузы. Я один раз их пробовала, мне очень понравилось. Кому нравятся рыбные котлеты, вот это вкусно. И это салфетки в туалет, в ванную комнату. Помидоры, томатная паста. Это для паэльи приправы. Хочу паэлью забацать когда-нибудь. Хлеб цельнозерновой.
макароны, которые мне тоже закончились, цельнозерновые. Это помидоры для на хлеб мазать. В общем, муж у меня любит утром завтракать вот такой фигней. Я помидорами такими не люблю, но ему нравится. Яйца, молоко. Это эти, как их называются-то? Кукурузные хлопья-то, господи. В общем, чтобы в микроволновке делать. Это напор для рыбный, для паэльи и супа. Я еще и супчик хочу забацать. Там, смотрите, все до всего. Не надо ничего собирать. Засыпал сколько тебе надо и вообще суперски. Ополаскиватель для белья. Еще в машине, наверное, где-то выпало фисташки. Я взяла целую упаковку. Ну как целую упаковку? 300 грамм. Наверное, свалилась где-то в машине. Туалетная бумага и салфетки. Ну, это все в машине оставила. Вот фисташки как-то странно, что они у меня вывалились. Очень странно. Вот такие вот у нас покупочки. Все это у меня заняло 42 евро. Сейчас буду все это укладывать в холодильник, что нужно в холодильник укладывать. И все. Пойду красоту смывать и что-нибудь, наверное, отдохну немного. Я сегодня очень как-то устала. Вот из фруктов что-то ничего не было в Меркадоне. Все люди как... Хотя не сегодня не суббота, обычно в субботу дофига народу. Не знаю, народу всегда много. Сегодня припарковалась внизу под Меркадоном, всегда наверху, там никогда мест нету. Знаете, ходишь, ищешь, думаю, да, я вниз спущусь. А здесь, знаете, какие-то парковки подземные, всегда очень маленькие. Там, во-первых, колонны стоят, во-вторых, машины так припаркуются, что хрен влезешь. Там вообще еле-еле. Я так не люблю парковаться. Ну, неудобно, естественно, правильно? И думаю, в подземку не полезу, там, блин, опять, небось, не развернешься, везде эти колонны стоят, как дурочка, нужно туда-сюда дрыгать, а это заехала парковка суперская, это у нас новая Меркадон открылась буквально месяц назад, все широко, заехала, прям как думаю, блин, народу вообще никого, никто не хочет спускаться, лестница, вот этот эскалатор прям рядом, поднимаешься уже в магазине, в общем, сюда теперь, а то я все время пужилась, мыжилась, парковку искала, а внизу вообще никого народу нет. И я так обрадовалась, думаю, что я раньше не спускалась. Наверное, люди такие же, как и я, думают, нафиг, мы и наверху будем кружиться. Ой, вот такие вот у нас делишки. В общем, пойду отдыхать. Фисташки где-то у меня свалились. Странно. А завтра суббота, отработаем и все. Блин, завтра суббота, у меня в 4 к моей клиентке всегда приходила бабушка. И все, завтра мне ее будет очень не хватать. Потому что я ради нее, в принципе, всегда и открывала в 4. Она всегда была у меня первая. Ну ладно, жизнь такая, не будем о грустном. Кто-то рождается, кто-то умирает. Это жизнь такая. Уже укладываемся спать. Но я вспомнила, что я с вами не попрощалась. Прибежал. Целоваться прибежал. И спать. Да, он спит между нами. Под одеялом. В моих, скажем так, под моей попой. Я не знаю, чем он там дышит, каким воздухом. Но он спит под одеялом. Это вообще что-то. С чем-то. Да. И я, знаете, когда он выходит уже наружу, скажем так, тогда уже сразу понятно, что на улице становится тепло. А пока нет. Пока спит под одеялом. Под моей попой. Да. Молитва. У него вечерняя молитва. Смотрите. Всегда так приходит, чтобы я его почесала. Ты что, маму любишь такой? Да, не надо. Я только кремом намазалась. Ты меня сейчас сожрешь. Нет. Сегодня так мизинец обрезала прям. Чарли, ясно. Неудачно. И все тем же ножом, который я полосанула вот этот палец. Представляете, я еще теперь мизинец. Вообще какой-то нож опасный. Прям даже не знаю. Выбрасывать жалко, блин, он дорогой и хороший. Просто сильно острый. Наверное, все ножи такие острые. Ну, не знаю, этим все режусь и режусь. Вообще маникюр уже нужно снимать. Ну, так как он ногти бледные, нежно-розовые, не сильно видно. Но они уже сильно подросли, и мне они уже начинают мешать. Поэтому надо отрезать. Видите? Вот. Мешать они мне не мешают, они мне мешают в моей работе.
Все-таки, когда голову моешь, а голову мыть нужно не ногтями, а подушечками пальцев, поэтому, а если там ногти, то не очень-то удобно. А есть такие женщины, которые, знаете, их, они очень чувствительная кожа головы, и они там мыть нужно, чуть ли, блин, я не знаю, еле-еле касаясь головы. Есть и такие, да. А у меня одна клиентка вообще была, сейчас что-то она же переехала, по-моему, в другой город. В общем, там она вообще, когда ее укладывать, это она, ай, ой, как будто я ее там резала, честное слово. Она когда заходила, меня прям аж в дрожь все убрала. Ай, ой, ой, эй, такое лицо, прям как будто вот ее все режет, действительно. Это ужас какой-то. Если настолько больно и настолько неприятно, нафиг тогда вообще в парикмахерские ходить? Вообще не понимаю. Ну да ладно, нет, речь не об этом. Речь о том, что ногти мои начинают мешать. Если бы я мыла этой женщине голову, так она бы вообще, наверное, там коньки отбросила. А некоторые, наоборот, любят там, знаете, чтобы им прям так деребенили, там прям тум-тум-тум сильно мыли голову. В общем, все нужно с чувством, с толком, с остановкой узнавать потихонечку, как говорится, нажимать на пятые точки. Или на шестые, или на седьмые, там какие хотите, такие нажимайте. Буду с вами прощаться до завтра. Завтра уже суббота. Я уже сегодня закупилась, так что завтра мне не надо закупляться. Ну, у меня морозилка переполнена, если честно. Я сегодня пошла вот эту вот мороженую рыбу класть в морозилку, и места там совершенно нет. А вы знаете, как вот бывает оно? Вот думаю, что у тебя этого нет, у тебя этого нету. Потом начинаешь в морозилке копаться, а там у тебя чего только нету. Там есть все. Только нужно копаться, открыть, залезть, посмотреть. Но нам иногда неохота или нет времени, лучше заехать и купить. Правда, иногда легче заехать купить, чем размораживать, искать и что-то там делать. Не знаю. Вот, оказывается, и рыба. У рыбы вообще я знаю, у меня там много всякой рыбы. И дорада есть, и сёмга есть. Вот. И очень много овощей тоже замороженных есть. Поэтому, в принципе, у меня еще брокколи есть в холодильнике. Завтра буду есть брокколи и вот это вот бургер из лосося и мерлузы. Очень вкусный. Вот. И будет у меня такой обед. Потому что брокколи надо есть. Или салат сделаю. В общем, что-то такое зеленое. Зеленая трава. Ладно, девочки и мальчики, подписываемся дружненько. Все дружненько подписываемся. Ставим лайки или дизлайки. Лучше лайки, мне приятнее. Пишем комментарии, все, что интересно. Обратная связь очень-очень мне нравится. Всего вам самого наилучшего. Всем пока и до завтра.